Для встречи слева! Накра! У! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. И навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. Ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. В составе... Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек. Его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.